ждем, и пускай в сердцах пепел и зала, все мы небеса. Добрый день, гости дорогие! Всякая душа празднику рада. Мы рады гостям, как добрым вестям. Милости просим. Празднику честному злат венец. А вам многие лета, здоровья и силушки. Слово для приветствия предоставляется благочинному Москаленского района, настоятелю храма Святой Троицы, протоиерею Илье Артамонову. Ваше Преосвященство, дорогой Владыка, Ваше Превосходительство Валерий Александрович, Степан Степанович и Виктор Иванович, все здесь братья и сестры, начальствующие, весь народ Божий. Я благодарю вас всех за то, что вы разделили с нами праздник престольный, но сегодня не только престольный праздник, а праздник еще и, как сказал Владыка, день рождения нашей церкви. И вот мы и есть это, и есть вся наша церковь, и отрадно, что мы сегодня здесь все вместе, и наша администрация и Владыка, который присутствует здесь с вашим приездом, дорогой Владыка, жизнь в нашем благочинии, ну, если она до этого кипела, как манная каша, скажем так, а сейчас она закипела, как шампанское. Вот, поэтому мы благодарим за ваши святые молитвы, за то, что действительно православие получило какой-то новый толчок с вашим приходом. Вот, и сейчас просто разделите с нами радость праздника. Послушаем замечательных артистов. Спасибо вас, Господи, всех. Колокольные звоны о Троице возвещают сегодня с утра. На хорошие души настроены, я тебе пожелаю добра. Дни летят и назад не воротятся. Да пребудет навечно с тобой Пресвятая Извечная Троица, Бог Отец, Сын Его, Дух Святой. По залогам, за лужочком разливалась водица, разливалась водица, собирались девицы, собирались девицы, заводили хоровод. Смоленская береза, береза, посреди лесу стояла, стояла, одна лесьюшкам шумела, шумела, золотым венком сияла, сияла. Гуляй, гуляй, голубой, гуляй, сизанька, сизокрыленька, ты куда, голубь, летишь, куда сизый полетишь, я к девушкам лечу. Имеем честь
пригласить для церемонии награждения епископа Исилькульского и Русско-Полянского Преосвященнейшего Феодосия. Дорогие братья и сестры, мы совсем недавно здесь были, служили, осветили храм, и по представлению отца Илью, настоятеля этого храма и благочинного района, мы хотели бы поблагодарить тружеников храма и людей, которые очень многое сделали для объединения прихожан, для того, чтобы этот храм воссиял, чтобы здесь было благолепно и красиво устроено все. И вот мы написали такие вот благодарственные письма и хотели бы сегодня в этот день вручить людям, которые достойны этого внимания и благодарности от нас, от епархии. Вот благодарственное письмо вручается Сумаревой Инне Владимировне за верность православной вере, за твердость духа, за самоотверженные труды на благо храма Женачальной Троицы города Москаленки, за добрый пример христианской жизни, за да благословит всемилостивый Господь по молитвам Пречистой Богородицы ваши труды на благо Русской Православной Церкви, общества и нашего дорогого Отечества. Благодарственное письмо вручается Бутаковой Ольге Петровной. Это наши, я не знаю все, но вижу вас на твердости всегда. Спасибо, Господи. Прекрасное пение. И служба хорошая здесь, благообразная и с благоговением служит. Спасибо, Господи. Да. Вот. Благодарственное письмо вручается монж Вере Николаевне за подвиг материнства, за доброе сердце, за любовь и терпение в столь нелегком деле, как воспитание детей. Тяжесть вашего материнского труда сокрыта от глаз людских, зато благодатные плоды воспитания воочию зримы на ваших детях. Да благословит всемилостивый Господь по молитвам Пречистой Богородицы ваши труды на благо церкви и общества, отечества. Ушла, убежала. Самое скромное. Также вручается благодарственное письмо Горбуновой Галине Сергеевне. Есть Горбунова? Нет. Да? Нет. Да. Вот. Спасибо, Господи, за труды, за службу, за то, что помогаете батюшке здесь устраивать хорошую жизнь. Благодарственное письмо вручается Пустовой Надежде Николаевне за подвиг материнства, за доброе сердце и за служение доброе. Спасибо, Господи. Вот супруг. Правильно. Спасибо, Господи. Благодарственное письмо вручается Сараевой Ольге Викторовне. Ольга Викторовна. Спасибо, Господи, за служение. За то, что вы помогаете и смогу украшать. Спасибо. Благодарственное письмо вручается Вахне Ларисе Николаевне. Лариса Николаевна, спасибо, Господи. Также хочется, братья и сестры, сказать, что особая служба сегодня была. И много было сказано, служба очень длинная. Но просто хочется вот эту радость, вот то, что мы вместе с вами сегодня здесь и вместе с вами радуемся и празднику, и нашей встрече. Дай Бог, чтобы не только сегодня в праздник, но и каждый день мы помогали друг другу, жили бы дружно, чтобы никакой беды не случилось. Потому что когда наш народ теряет дружбу, начинаются беды. А когда мы живем дружно, то этих бед мы избегаем. Вот это основа нашей благополучной жизни – это соблюдать свою веру, свою культуру, традицию. Я хочу поприветствовать всех коллективов, которые сегодня выступают и радуют нас, и преподать ваше благословение, помощь Божию вам в том, чтобы вы и дальше работали
и трудились над тем, чтобы это богатство нашей веры, культуры, традиции соблюдались в наших поселениях, в наших районах, чтобы мы знали, что мы русские, что у нас есть православная вера, есть прекрасные традиции, прекрасные песнопения, вот и обычаи. Всех вас с праздником! Троица – один из самых любимых народов православных праздников. Обратите внимание, как нарядна наша церковь в этот день. На полу рассыпана молодая травка, кругом свежие полевые цветы, веточки молоденьких березок с клейкими листочками. Белые березы стоят у алтаря, иконы украшены ветвями. Люди приходят на службу с букетами, составленными из березовых веточек и цветов. Это знак обновления, цветения жизни во Христе. Зеленый цвет облачений изображает животворящую и обновляющую силу Святого Духа. Звоном колоколов, пряным ароматом трав, летом и солнцем наполнена Троица. Великий праздник Святой Троицы, который называют еще Пятидесятницей или сошествием Святого Духа на апостолов, является днем рождения Святой Церкви. Свой день рождения отмечает и наш храм, носящий имя Святой Троицы. В преддверии праздника Троицы состоялось великое освящение нашего храма, с чем мы вас сердечно поздравляем. Кошечка рябина ветками, и леший охает в ночном бору, а небо звездное царит монетками, да вот никак я их не соберу, а небо звездное царит монетками, да вот никак я их не соберу. Жизнь вроде райская за океанами. Я, наверное, люблю навек березку скромницу, луга медвяные, церквушку древнюю да русский смех. Березку скромницу, луга медвяные, церквушку древнюю да русский смех. Пусть нет богатого житья бытия, но здесь меня любили и растили. Я не уеду в райские края, душа моя прописана в России. Осталось много нам лихого времени, помянем тех, кого не воскресить. Из непокорного мы роду племени, вольнолюбивые сыны Руси. Из непокорного мы роду племени.
2015 год знаменателен для нашей страны. Весь народ празднует 70-летие Великой Победы над фашизмом. Более 27 миллионов погибших и пропавших без вести. Если бы объявить минуту молчания по каждому из них, то страна замолчала бы более чем на 50 лет. Если бы все 27 миллионов прошли парадом по Красной площади, то парад продолжался бы 19 дней. Жестом с детством мне знакомым погладишь с нежностью лицо мое на фотографии в своем альбоме. От долгих-долгих ожиданий, от встреч коротких и прощаний тихо плакала мать. От вороха воспоминаний, от одиночества молчаний тихо плакала мать. Тихо плакала мать. Ах, дети, дети, хлопоты твои. Ах, дети, дети, сердце, успокойся. Слеза горошиной большой из добрых глаз твоих нечаянно сорвется. Прости меня, родная, за печаль. Прости меня, родная, за разлуку. Спасибо, что в окне горит свеча, что ждешь меня, в душе скрывая муку. От долгих-долгих ожиданий, от встреч коротких и прощаний тихо плакала мама. От вороха воспоминаний, от одиночества молчаний тихо плакала мать. От долгих-долгих ожиданий, от встреч коротких и прощаний тихо плакала мама. От вороха воспоминаний, от одиночества молчаний тихо плакала мать. От долгих-долгих ожиданий, от встреч коротких и прощаний тихо плакала мама. От ворога воспоминаний, от одиночества молчаний тихо плакала мать. Тихо, тихо, тихо плакала мать.
давно я тебя ожидал. Я еду с тобою охотно, я волны морские люблю. Дай парусом полную волю, сама же я сяду к рулю. Дай парусом полную волю, сама же я сяду к рулю. Ты правишь в открытое море, на нашем празднике присутствуют почетные гости. И мы с большим удовольствием приглашаем с приветственным словом депутата Законодательного собрания Омской области Степана Степановича Банковского. Уважаемые ваши преосвященства, владыка, уважаемый Валерий Александрович, уважаемые дорогие москаленцы, нас всех с великим праздником Святой Троицы. Только в вере мы едины, счастья нам, здоровья, семейного благополучия. Я не сомневаюсь, что Россия – это великая страна. Я не сомневаюсь, что мы непобедимы. Я не сомневаюсь, что у нас все будет хорошо. И позвольте мне сегодня вручить сертификат на строительство храма на 300 тысяч рублей благочинного Москаленского района протоиерею Илье Артамоновичу. С праздником вас, дорогие! Пусть вера всегда будет в ваших сердцах, пусть мир и покой царят в ярких снах, любовь согревает в минуту отчаяния, надежда прибудет в минуту раскаяния.
Пусть Господня благодать чудо даст вам повидать. С лиц пускай сойдет вся тень в этот светлый, добрый день. Тропинки мы гуляли под луной. Говорила ты ласковые мне слова, захмелела, закружилась голова. Говорила ты ласковые мне слова, ой, захмелела, закружилась голова. Крапива лебеда по дорожке стелется, ну и что ж говорят, что мой милый женится. Крапива лебеда по дорожке стелется, ну и что ж говорят, что мой милый женится. Расцвели цветы ромашки на лугу, на свидание к милому опять бегу. Целовались, миловались до зари, нам всю ночку пели нежно соловьи. Целовались, миловались до зари, нам всю ночку пели нежно соловьи. Дорогие друзья, мы рады предоставить слово главе Москаленского муниципального района Валерию Александровичу Ермолаеву. Дорогие москаленцы и гости нашего праздника, сегодня день Святой Троицы, отмечаем. Ночью проснулся от шума дождя. Думаю, ну, ничего не получится. Утром специально пораньше проехал, в 7 часов утра такая тучища стоит. Но, к счастью, она ушла. И вот сегодня, вот такой прекрасный день, мы здесь собрались. Думаю, те концертные номера, которые сегодня мы здесь с вами услышали, всем понравились. Выражаю огромную благодарность нашим артистам, которые в очередной раз нас не подвели. Спасибо вам большое. Ну и всех с праздником Святой Троицы. Ну и уже стало традицией значимые православные праздники администрация с пустыми руками не приходит. В этот раз мы тоже сделали подарок. Из нашего подарка вы сегодня были окроплены святой водой. Поэтому все вы его уже увидели. Еще раз всех с праздником, всем спасибо, всем здоровья, благополучия и долгих лет. Thank you.
катится вдаль, за собой ведет все, что и жаль, и не жаль, в памяти сотрет только милые сердцу черты. Знаю наизусть белые-белые сны. Матушка Русь, Россия, матушка, лучше верится река. Помни, родная, о том, что с тобой, друзья, столько лиц, обращенных к тебе, молятся и ждут. Верю, что все на земле счастье найдут. Россия, матушка, лучше верится река. Дорогие друзья, подошла к концу наша встреча. Мы хотим сегодня вам пожелать самого главного – веры. Веры в Господа, в себя, в близких людей и, наконец, веры в чудо. Ведь чудеса приходят только там, где в них верят. Пусть ваша жизнь будет яркой, насыщенной, счастливой и радостной. До свидания. До новых встреч!